Привіт всім! Це Сузір'я талантів – шоу, в якому ми шукаємо творчих людей і даємо їм шанс проявити себе. Відтепер суботні вечори стануть незабутніми. Кожного тижня ми будемо запалювати нові зірки. Позаду майже 2 місяці хвилювань, стомлення, очікування і надій. Рівно стільки тривали зйомки презентацій і відбіркових виступів. Учасники знайомилися з процесом і звикали до камер. Я посмотрела первый сезон, мне стало очень интересно, и я захотела тоже в нем участвовать. И с нетерпением ждала второго сезона. Сначала мне как-то было страшно идти, как-то я боялась, стеснялась. Ну, пошла все-таки. Страшно, как все отреагируют, как все поймут. Боюсь взять не ту ноту или что-то вроде того. У когось не витримували нерви. Я не могу! Хтось, навпаки, дивував впевненістю та стійкістю. Пускай всі знають, де там. Нарешті вони готові показати себе і вступити в боротьбу за перемогу в проєкті «Сузір'я талантів». Це неможливо, сказала причина. Це безрозсудно, зауважили рідні. Це марно, відрізала гордість. Спробуй, шепнула мрія. Вони послухали своє серце і зробили перший крок на зустріч мрії. 15 юних краснолучан прийшли на Сузір'я талантів, аби спробувати свої сили і поділитися своїм хистом. Сьогодні учасники проєкту вступають в боротьбу за місце в півфіналі. Хто гідний виходу в наступний тур конкурсу і продовжить боротьбу за звання найталановитішого, вирішить наше журі. Двоє суддів відомі нам з минулого сезону. Хто стане третім, дізнайтесь вже за мить. Отже, представляю вам журі проєкту «Сузір'я талантів». Олександр Ковальчук – автор, ведучий, режисер власної програми, спортивний і позитивний. Олександр займає посаду редактора телекомпанії «Луч», освоює нову для себе діяльність – тата, і намагається бути в курсі сучасних тенденцій в світі мистецтва. Всім привіт! Обращаюсь к учасникам. Ребята, помните, главное, даже не то, что вы талантливы, это факт. Главное, что вы хотите творить, ну, раз уж участвуете в шоу «Созвездие талантов». Поэтому не расстраивайтесь, если вдруг ваши задачи, ваши цели на это шоу, ну, не реализуются. Главное, не потеряйте это желание творить, вы очень молоды и можете многого добиться. Кожна жінка – частково творець і художниця. Наш другий суддя Галина Миколаївна Шовикіна відбулась як і засновник, і як митець. Більше 10 років тому в Краснолуцькій школі мистецтв вона заснувала художнє відділення. А починалося все з нестримного бажання малювати. Свої роботи Галина Миколаївна майже нікому не показує. Її найбільша гордість – учні. Нині пліч-опліч з нашою героїною працюють 3 її вихованців. А кожна дитяча робота викликає радість. Не чужа Галині Миколаївні і музика. Творчий шлях вона починала з неї. Хочу сделать такое небольшое замечание, может быть, а может быть и пожелание. Более выгодно, более интересно смотрелись те детки, у которых был преподаватель, руководитель, консультант, как бы там ни было, но кто-то их деятельностью руководил. Чувствовалось, что они целенаправленно, постепенно идут к тому, что вот развивались их творческие способности. Способности в том деле, в котором они почувствовали себя и, ну, будем говорить, почувствовали настолько уверенно, что могли преподнести это зрителю. И спасибо их преподавателям за то, что они сумели показать деток именно с индивидуальной стороны, что каждый ребенок – это изюминка. Ну и хочется пожелать будущим участникам еще уверенности, последовательности. И хочется пожелать участникам, тем, которые выходят в следующий этап конкурса, чтобы их последующие номера отличались хорошей подготовкой.
подготовкой, ну и уверенностью в том, что они делают. Її голос лунає на радіостанціях двох континентів. Талановита композиторка, співачка і викладач вокалу, зразкова мама і дружина. Нещодавно їй присвоїли звання почесного діяча естрадного мистецтва. Знайомтесь, третій член журі – співачка Талі. Ну, во-первых, я очень рада, что стартует второй сезон этого проекта. И хочется пожелать, ну, пожалуй, чтобы в это неспокойное время мы учились дарить то доброе и светлое, что мы можем сделать сами, наше творчество. И поэтому, участники, дорогие участники, я хочу пожелать вам, во-первых, сил идти к вашей победе, во-вторых, творческого риска, ну и, пожалуй, чтобы мы учились... Вы учились относиться к своим соперникам не только лишь как к людям, которые стоят по ту сторону творческого ринга, но и как к людям, благодаря которым именно вы можете стать победителем этого проекта. Поэтому я желаю, конечно же, чтобы победил сильнейший. Щотижня ці люди будуть обирати кращого артиста. Переможці потраплять до півфіналу шоу і лише двом пощастить вийти у фінал. Чия зірка стане найяскравішою в історії проєкту, визначати вам, глядачі. Також ви обираєте народний талант. Звання буде присвоєно учаснику, який набере найбільше глядацьких голосів. Голосування починається сьогодні. Аби підтримати свого фаворита, надсилайте смс-повідомлення на номер 2320. На початку пишіть «Луч ТВ». Звертаю вашу увагу, код пишеться одним словом. Далі через пробіл набирайте номер конкурсанта і тисніть «Відправити». Ще раз нагадую, номер, на який приймаються голоси – 2320. Також ви можете підтримувати конкурсантів і виражати їм свої симпатії на наших сторінках в Однокласниках і ВКонтакті. І не забувайте слідкувати за ходом конкурсу на сайті «Луч ТВ». До цього етапу учасники готувалися більше 3 місяців. Перед ними стояло завдання зробити ефектну візитку, розповісти про себе, своє захоплення і свою мрію. Також учасники приготували по одному номеру. В сьогоднішньому випуску ми побачимо таланти 3 конкурсантів. Склад учасників кожного тижня визначено жеребкуванням. Першими в боротьбу за перемогу в шоу вступають. Наймолодша учасниця проєкту – починаюча співачка Софія Пінчук. Музикант, автор мелодій Владислав Кулік. Художниця, музикант і співачка Софія Караченцева. Отже, розпочинаємо один з найбільш цікавих і відповідальних етапів конкурсу. Відбір в півфінал шоу «Сузір'я талантів» відкриває 5-річна Софія Пінчук. Здравствуйте, я Софія Пінчук. Я живу з мамою, я живу з бабушкою і сестрою. Я люблю грати в прятки. Зі своїми друзями люблю грати в дочки матері. Соня Пінчук дуже хороша, красива. Соня моя лучшая подружка. Вона не жадна, спить на тихий час і слухається свою маму. И, наверное, поэтому очень-очень любимый. Конечно, конечно, любит пошалить. И игрушки не сложивает, да, Софи? От компьютера тоже не оторвешь. От телевизора. Соня очень активный ребенок, любознательный. Любит общаться с детками, она очень отзывчивая. Если ее кто-то попросит, она всегда придет на помощь. Она ни один утренник не приходил без ее участия. Все утренники она танцует, поет. Ну, это, кстати, началось с телеканала «Луч». У нас любимая песня «Бедный ежик». Ну, с бедного ежика. Вот она вот
с прошлого года репетировала «Бедного ежика». Есть у тебя мечта? Да, раньше мечтала стать стоматологом, чтобы ставить людям зубы, как у акулы. Потом хореографом хотела быть. Сейчас хореографом. Сейчас за руки, а потом вот так. Да, и танцевать, так? Да. Правильно? Или так? Вот так. Потом там танцуете. Да. Скажи, а поклонники у тебя уже есть? Только женихи. Да? А какой бы подарок хотела получить в конце? Хотела, чтобы я поехала... в Москву. Хочешь съездить в Москву? Здорово, что ты там хочешь увидеть в Москве. Садики хочу увидеть, школы, вечеринки. Здорово. Пижамы. Будешь там зажигать в Москве, да? Да. А поки Софія буде запалювати на проєкті «Сузір'я талантів». Зазвичай маленьким дівчаткам сняться гарні сни. Там є принц і принцеса, казкові герої і небачені світи. Нашій наймолодшій учасниці сниться танок. І сьогодні у своєму виступі Софія розповість про ці сновидіння. Диск, поцарапаны старые пластинки. Вальс заиграл из распахнутых настежь окон. Переплетаются взгляды и руки, перемешаются краски и звуки. Танец любви и разлуки, сладкий несбывшийся сон. Только час на прощание или прощение. Вдруг этот вальс твой покончик навстречу ко мне. Люди застыли вокруг в изумленье. Замер, казалось, весь мир на мгновенье. Чтоб это прикосновенье, это все словно во сне. Я так любила сны, в которых мы кружились 3 месяца весны. Они так часто снились, пусть наши нет вины, что нам пришлось расстаться, но стало спать, бояться сняться заповітних мрій дівчинки є ще одна. Вона мріє стати відомою на весь світ і давати концерти дітям, які живуть без батьків. Наш конкурс – перший крок Софії на шляху до великої мрії. Чи вдало вона його зробила? Спитаємо в суддів проєкту. Сложно поспорити з дитячою непосередственністю, виконуючи таку вот
душевную, будем говорить, мелодраматическую песню. Когда я так выучила этот текст, я даже, она же ну, не понимает, о чем поет. Да. Ну, пытается, серьезный. Зайка, да, и четко эти слова проговаривает. Она честно, конечно, мелодий там было мало. По всей видимости, мамина любимая песня была исполнена сейчас. Малышке бы что-то подобрать, ну, ее возраста. Да. Ну, попытки были донести это все, но я же говорю, очень трудно спорить с этой детской непосредственностью. Ну, видно, что все задачи она сделала. Вот именно то, что от нее требовалось, она все это выполнила. Ребеночек вот маленькая такая звездочка, очень, ну, хороший старт. Плюс номер поставлен, да, ведь как какой-то сюжет был, концовка. И, ну, я тоже не сторонник вот репертуара, когда не соответствует возрасту. Ну, конечно, здорово, так непосредственно как-то, ну, весело и... Очень позитивно. Да, позитивно, позитивно. Песня глубокая, взрослая. Своё видение она преподнесла нам этой песни. Не то, что мы хотели бы увидеть, как взрослые люди в этой песне, да, а вот именно свое, свой мир, свои ощущения от этого музыкального произведения. Но я соглашусь, что вот каждому возрасту должно быть посильный вот его. Но зерно у девочки хорошее, да. Творческое. Видно, что это будет артистка. Да, то есть развивать, развивать и развивать. Наш наступний учасник – Владислав Кулік. Знайомтесь з талановитим музикантом і його захопленням. Я Владислав Кулік, мені 12 років, я навчаюся в музикальній школі іскусств, уже 6-й рік. Коли ти виходиш на вулицю, ти слышиш ну, музику, як їздять машини, наприклад, розмовляють люди, листять листва. Птички поют. Для меня это, можно сказать, вся жизнь. Философы всегда говорят, что нет ничего вечного на земле, а вечная только музыка. Когда я грустный, я иду к пианино, играю грустные произведения, чтобы вникнуться. А когда мне весело, веселый. Мне нравится, как всегда, Бах, Моцарт и Бетховен. А особенно из классики я очень люблю «Лунную сонату». А современные, по-моему, все очень красивые. Кулік Владислав очень талантливый, способный, трудолюбивый ученик. Он очень хороший музыкант и сам сочиняет музыку. Я даже играл здесь на мероприятиях свои произведения. В третьем классе играл сочинение, которое назвал «Полет» и «Фантазию». «Полет» как будто, мне мама рассказывала, что как будто ты куда-то летишь, а «Фантазия» — это папа подобрал. У меня у дедушки было пианино. Я к нему, когда приходил в гости, всегда играл на пианино. Ну и дедушка предложил моим родителям, чтобы они отвели нам на музыку. Потому что он говорил, что я не просто бренчу, а пытаюсь что-то играть. Наше творчество началось. И такое активное сразу началось творчество. Мы приняли участие в городском конкурсе «Лучики талантов», где мы заняли первое место. Нас пригласили в город Луганск. Мы заняли там хорошие баллы, получили 10 баллов, по-моему. Успех для каждого свой. Я хочу, чтобы мои сочинения в дальнейшем тоже играли и слушали, и чтобы им нравилось. Я хочу пожелать Владику не останавливаться на достигнутом, а покорять новые вершины творчества, а также, конечно, успешного выступления на Сузирі талантов. Виконуючи наступну мелодію, наш учасник уявляв себе в морі. Такий собі краснолуцький Джек Горобець, який підкорює морські простори. У своєму першому виступу Владислав Кулік виконує саундтрек до відомого фільму про піратів.
Корабель Владислава дістався трьох скель. Зараз його морську подорож мають оцінити судді проекту. Так, дуже серйозно. Я спочатку не зрозумів, як би то ли собраний, то ли слишком сконцентрированный именно на клавишах, но он настолько виртуозно практически играл, тем более в своем возрасте, что я понял, что он играет легко. И то, что у него на лице, это значит, он серьезный, он просто в душе переживает. Это в душе не играет, но здорово получилось. Мне понравилась, конечно, техника на высоте. Вот, но я все-таки сравниваю с пианистами прошлого сезона. И не такое же произведение играли? Да я бы не сказала, может быть и не такое, может быть и такое. Но мне показалось, что там немножко было больше души. Вот больше эмоций. А здесь все-таки мальчишка чуточку взрослее, чем прошлые ребята. Да? Вот сидела, слушала на одном дыхании все это. И, возможно, даже проживала свою историю, не столько его, сколько свою. Этим зацепила. Ну, может, потому что есть с чем сравнить, не знаю, но это моя точка зрения. Я не с чем сравнивать. И, ну, как бы, опять-таки, первая тройка, действительно, ребятки, да, стартуют. И оба участника. Знаете, что меня смутило? Очень творческая резкость будет с моей стороны. Не очень отстроенный рояль был. Вот надо это как-то исправлять. Будет по возможности, ну, педагогам проконтролировать, чтобы инструменты для пианистов, например, все-таки были в хорошем состоянии. Вот меня вот только это смущало, а сам конкурсант, ну, мне понравился. Посмотрим, что будет дальше, какие у него будут соперники, как он себя дальше проявит. И вообще, вот, останется ли он в сегодняшней тройке, посмотрим дальше, кто будет третий. То, что он талантлив, это однозначно, и поэтому, скорее всего, с моей стороны и более высокая требовательность к тому, чтобы... Вот, есть в нем возможности, и мне кажется, он может еще показать довольно-таки высокий результат. Я думаю, что добавлять нечего, мне понравилось. Ми побачили виступи двох претендентів на звання найталановитішого. Лишається познайомитися з останньою учасницею першої трійки. Зустрічайте, майбутня оперна співачка Софія Караченцева. Здравствуйте, меня зовут Софія Караченцева. Я прийшла на цей проект, щоб показати свій талант. Це моя мама. Як папу зовут? Володимир Николаевич. Їй було 5 років. Мы купили новую машину, и ей так нравилось со мной ездить по моим делам, по работе. И когда мы садились в машину, я запевал песенку «Мы едем, едем, едем в далекие края». Это уже стало такой традицией, мы в машине потом много разных песен пели. Я так любитель домашнего пения. Так ей стало интересно, мы напевали дома разные песенки. Я помню, меня это очень увлекало, и это было... Так, занимала как бы большее время там, начального пути. Софийка пришла к нам в 6 лет, еще совсем маленькой девочкой. Ну, тихая, скромная. Ну, вообще на протяжении всех этих лет она вот как цветок весенний. Нежная, очень тонкая организация такая. И вообще вот девочка очень органичная. Вот она что внешнее, что у нее есть, и вот природная какая-то внутренняя культура, вкус. Конечно, это требует все усилий. И мне как-то понравилось одно выражение, что если прилагать усилия, можно кем-то стать. Если не прикладывать, тоже станешь кем-то, но не тем, кем хотел бы. Она поступила на фортепианное отделение и на художественное. А позже вот ей еще захотелось петь академический вокал. Как бы я подумала, что эстрады сейчас больше, чем академического пения, и классика, она более красивее. Первый выход на сцену можешь вспомнить, когда уже не у папы в машине пела, а пела уже со сцены? Да, помню, этот момент был. Тоже очень волновалась и... Даже слегка сбивалась, но даже директор школы сказал, что для первого раза очень хорошо.
мечтаю выступить, с пением именно на большой сцене. Кого пригласишь на свой первый сольный концерт? Конечно же, родителей. Потом, скорее всего, бабушку, дедушку, конечно. Хотелось бы пожелать, чтобы все то, что мы хотели бы в ней видеть, и успех, и умение общаться, такая нормальная раскованность, раскрытие талантов. Все это принесло ей в жизни только радость, удачу, сделало бы ее жизнь интереснее, насыщеннее. Вот ради этого. А поки Софія перенесе в нас чарівний край. Без мікрофону, у супроводі живої музики, вона спробує достукатись до суддів і підкорити глядачів проєкту. Жовтенька птичка, сад наш залетіло, серце стрепенулось, радость прилетіло, і вона, і я живем здесь помаленьку, а того ми любим нашу деревню. Сподіваюсь, ця ніжна і тендітна співачка з чарівним голосом запала в ваші душі. Чи не так, шановні судді? Девочка хорошая. Я не знаю, как, сколько она обучается вокалу. Произведение мне понравилось, интересное. Ну, мне вот немножко как бы развития вот мне не хватило. Как-то вот. Ну, просто одинаковая динамика была от начала до конца. То есть, всего произведения, да? Да, мне вот кажется, что хотелось бы подвижнее все-таки. Ну, хотя бы в динамическом плане. То есть тише, как-то кульминацию какую-то вывести. Вот так должно быть вообще в произведениях вокальных. И не только в вокальных. Вот мне этого не хватило. А девочка стабильная, хороший тембр. Такая, ну, умничка. Никаких явных ошибок не было. Вот кроме этого мне не хватило развития. Не знаю, мне в принципе понравилось. Опять-таки, это первое выступление. И пока что сложно что-то говорить конкретно, но сравнительно, я думаю, что в сегодняшней тройке есть шанс у Софии. Посмотрим, Галина Николаевна, что скажете? Ну что, вообще я хочу сказать, что академический вокал, мне кажется, это все-таки сложный вид пения, да? Вот, хотя какой бы ни взял, все равно нужно прикладывать усилия и так далее, поэтому она умничка. Мне все это понравилось, но я, наверное, соглашусь с Татьяной Евгеньевной в том, что все это прошло как-то на одном дыхании. Вот действительно не было развития. Где-то, может быть, ну, тише, громче, может быть, быстрее, медленнее. Я не могу судить о данном произведении, потому как не слышала его ранее, будем говорить, в оригинале. Да? Может быть, это вот их точка зрения, и вот они решили таким образом преподнести. А в остальном, конечно, умница. Но я всегда говорю, подготовка чувствуется, солидная подготовка, потому что академическое пение, это, я считаю, что ну, надо быть очень смелым человеком, чтобы заявить себя вот именно с академическим пением на конкурсе. А были прежде уже номера академического исполнения вот в прошлом проекте? Не было. Девочка-дебютантка? Да. Ну, девочка умница, молодец, такой поступок смелый и очень на уровне ты исполнила, молодец. Thank you.
Позаду три яскраві і незабутні виступи. Учасники показали, на що здатні. Журі оцінило їх старання і прагнення. Через мить стане відоме ім'я щасливчика, який першим потрапить у півфінал конкурсу. Зараз я звертаюсь до учасників. Якщо вам не пощастило сьогодні, не втрачайте надії. У вас ще буде шанс. Глядачі і журі повернуть в проєкт двох артистів. Все це чекає нас у півфіналі. А прямо зараз ви можете відправляти смс-повідомлення за учасника, чий талант і історія вразили вас найбільше. Оберіть народний талант. Для цього відправте свій голос на короткий номер 2320. На початку повідомлення одним словом вкажіть код «Луч ТВ», далі пробіл і номер вашого обранця. Крутится диск, поцарапаны старые пластинки. Софія Пінчук, номер 12. Надсилай смс у підтримку маленької виконавиці. На початку повідомлення набирайте одним словом код «Луч ТВ». Далі пробіл, цифру 12 і відправляйте на номер 2320. Вартість повідомлення – 3 гривні. Кількість смс з одного номеру не обмежена. Владислав Кулік, номер 06. Вразила його гра? Голосуй. На початку повідомлення набирайте одним словом код «Луч ТВ». Далі пробіл, цифру 06 і відправляйте на номер 2320. Вартість повідомлення – 3 гривні. Кількість смс з одного номеру не обмежена. Жовтенькою птичка, сонно ж залетіло, серце стрепенулось, ранець прилетіло, і вона, і я, живем здесь помаленьку. Софія Караченцева, номер 01. Підтримати і проголосувати за талант дівчини можна, надіславши смс. На початку повідомлення набирайте одним словом код «Луч ТВ». Далі пробіл, цифру 01 і відправляйте на номер 2320. Вартість повідомлення – 3 гривні. Кількість смс з одного номеру не обмежена. Ми підійшли до найхвилюючого моменту програми – оголошення переможця. Перш ніж дізнатись ім'я щасливчика, я пропоную подивитись, що чекає нас наступного тижня. Отже, наступної суботи в боротьбу за перемогу в проєкті «Сузір'я талантів» вступить друга трійка конкурсантів. Коли мені було 5 років, мені дуже подобалось спіти. Я слушала, тоже старалась петь. Мне мама сказала, что хочешь, пойдем, я тебя запишу в клуб. Я согласилась, и вот сейчас я до сих пор пою. На небе зори знову сяют для нас. Мені співають свій сумуючий час. Тільки я одна в тисячний раз згадую. Як мама мене відвела, і тоді ще перший клас. На каком бы конкурсе я не выступала, мне всегда говорили, что я лирический человек. Я не могу петь джазовую песню, я, может быть, и могу исполнить, но я более, у меня характер более подлирическая. Я могу исполнять грустные, могу веселые. Я могу это просто выразиться не только лицом, но и пением. Закрытую дверь, прости меня.
Нарешті настала мить дізнатись, хто з учасників першої трійки виходить в півфінал «Сузір'я талантів». Слово шановному журі. Я, наверное, свой голос отдам за Софию Караченцеву. Мне понравилась очень ее пение. И понравились такие качества характера, как смелость. Такие бойцовские, выйти с таким видом и представить это зрителю. Тем более зритель, будем говорить, ну, не всегда, может быть, глубоко знает это пение, и она постаралась это донести, зацепить, удивить. Вот мне очень понравилось, поэтому я свой голос отдаю Софии Караченцевой. Я свой голос отдам Владиславу Кулику. Все-таки виртуозность, вот эта серьезность и посыл мне понравились. Но если в следующем этапе Владислав хочет рассчитывать на продолжение борьбы, на выход в финал, то нужно вот что-то уже, не знаю, развить как-то номер. Не просто вот с серьезным лицом игра на пианино, пусть и здоровская такая, виртуозная. Ну, хотелось бы чего-то уже большего. Ну, мой голос за Владислава. Ну, хочу сказать ей свое решение. Не могу не похвалить маленькую Софийку Пинчук. Ты такая умница, ты очень... Ну, просто прелестная девочка. То, что ты показала нам, это очень большой труд. Я знаю это. И труд твоей мамы, и труд сестры, и ребят, которые тебе помогали в постановке номера. И номер был отличный. Вот настоящий, взрослый, профессиональный номер. И только лишь то, что сцена была небольшая, вот как бы смущало. И ты большая умничка, у тебя есть большой талант, это видно. Но его нужно, конечно, развивать. И мы тебя немножечко хотим пожалеть от последующей борьбы, потому что там все-таки более взрослые ребята, девушки будут петь. И нельзя тебя не отметить среди всех остальных, потому как ты самая маленькая, самая смелая и действительно отлично сделала свою работу для своего возраста. Но сегодня я хотела бы отдать свой голос также за Владислава Кулика. Мне понравилось его мастерство, его подход, к вот как он собрано держался. В этом, может быть, есть и некие минусы, но я думаю, Владислав, ты покажешь в следующий раз, что это был такой тактический ход. И, наверное, ты в следующей программе, когда будешь готовиться дальше, покажешь себя с другой стороны, что-то привнесешь новое, несмотря как бы наравне с новым произведением, которое ты покажешь, ты еще покажешь, может быть, какие-то новые эмоции. Хотелось бы очень это увидеть. Поэтому я за Владислава Кулика сегодня даю свой голос. Таким образом, у нас два голоса за Владислава Кулика и один голос за Софию Караченцеву. Следующий этап проходит Владислав Кулик. Вітаємо з першою перемогою в проєкті, а з вами, глядачі, прощаємось рівно на тиждень. Наступний випуск буде не менш цікавим і напруженим. Вмикайте канал «Луч» в суботу 29 березня у 18 годині і в неділю о 9 ранку. Станьте свідками народження нової зірки. І не забувайте підтримувати учасників на наших офіційних сторінках в соцмережах та слідкуйте за новинами шоу на сайті «Луч ТВ». До наступної зустрічі!